фашисты нападут на нашу родину. Корны, моря, враги не подойдут. Могучие линкоры границы берегут, берегут. На нашу родину! Врагу с границ советских не пройти! Отважные танкисты сметут его с пути! Сметут с пути! Мы свято верили в это. В то, что от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. И это была правда. Лишь одна страна, Советская Россия, сможет в случае конфликта выиграть. Сказал это тот, кому крайне важна была оценка будущего врага. Адольф Гитлер. Января 1933 года Адольф Гитлер стал канцлером Германии. В феврале 1933 года германская разведка подготовила для своего руководства совершенно секретный доклад о Красной армии. Этот доклад лег на стол нового канцлера Германии. Вот на этот самый стол, который полвека спустя хранится в кладовых Мосфильма, взят в качестве трофея. Этот же доклад с помощью советской разведки лег на стол Сталина. Численность Красной армии немецкая разведка определила в 600 тысяч человек. Число самолетов – около 2 тысяч. Количество танков не указано. В докладе сказано, Красная армия способна вести оборонительную войну против любого противника. В основном, строительство вооруженных сил СССР закончено. При численном превосходстве Красная армия в состоянии вести победоносную наступательную войну против своих непосредственных соседей – Польша, Румыния. Среди ближайших соседей Советского Союза Германия не значилась. Мы будем без извинений, без расшаркивания перед врагом драться с ним так, как с ними еще с врагами, рабочих и крестьян. Никто не дрался. Мы будем драться здорово, неплохо, хорошо и победно. Нас, бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии, вдохновляет и ведет, руководит и направляет новым достижением наш несравненный, великий вождь и учитель, мудрый Сталин. Да здравствует наш великий народ! Да здравствует наша славная партия Ленина Сталина! Да здравствует наш гениальный Сталин! Ура! Невиданной энергией великий народ, воодушевленный утопической идеей всеобщего счастья, ринулся на штурм высот коммунизма, не щадя себя, не щадя никого. Или мы догоним Запад за 10-15 лет, или нас сомнут, подгонял и пугал Сталин. Темпы роста советской экономики поражали мир, но жить лучше и веселее все как-то не получалось. Куда же девалась выращенная на полях, созданная на заводах и фабриках, добытая в шахтах, сваренная в домнах. Был в городе Харькове паровозостроительный завод, который выпускал такие необходимые народному хозяйству паровозы. А еще он выпускал побочную продукцию – танки. Побочная продукция одного паровозостроительного завода составляла 22 танка в день. Много это или мало? Гитлер, начиная войну в Европе, имел чуть более 2000 танков. Это меньше, чем мог выпустить один советский завод в качестве побочной продукции за полгода. Танки.
Танки, выпущенные в Харькове, назывались БТ-7. БТ-7 создал американский танковый конструктор «Кристи». Советский Союз приобрел его у американцев как сельскохозяйственную машину. Может быть, это были устаревшие, плохие, никуда не годные танки? Это танки маневренные. Танки для маневренной войны. С совершенно чудовищным запасом хода. Совершенно невообразимой скоростью. Легкая броня и легкое вооружение. Да, это конник Чингисхана. Не побеждают они силой оружия. Они побеждают силой маневра. Стоят рыцари. Армия умных рыцарей, очень мощных, понимаешь, непобедимых. Они с ними не дерутся. Они обходят вокруг, вокруг, вокруг. И захватывают, то жгут мосты, города там сзади, понимаешь? Они не дерутся. Вот наш танк БТ был таким. БТ-7? Я эти машины хорошо знаю, как я так сказать, учился, и я с ними знаком. Это машины, которые не могут вести бой с организованным противником. Не могут. У них противопольная броня. У них очень узкие гусеницы, даже не говорю сейчас о колесном ходе, который рассчитан только на дороге. И тут ментально у меня мгновенная была реакция. Ага, вот почему первая магистраль была проложена Москва-Минск. Ведь не куда-нибудь, не в Ленинград. Танк этот был довольно слабым и по броне, и по вооружению. Его преимущество было, что он был быстроходный. Второе его преимущество, что он мог ходить не только на гусеничном ходу, а когда мог перейти на колеса, и у него за счет этого увеличился запас хода. Сама идея быстроходности танков, иметь большую продолжительность прохода, сама идея в этом танке была хорошая. Но танк этот, как потом уже события показали, он не соответствовал современным требованиям для ведения войны. Вы говорите, это устаревший танк? БТ-7М был двигатель, которого в Германии в конце войны не появилось. И ни у кого в мире не появилось. Двигатель – это сердце танка. Немцы смогли создать такой двигатель только через несколько лет после войны. Вы говорите, это устаревший танк? Следующий момент. Удельная мощность. Только сколько лошадиных сил приходится на тонну веса. Так вот, первые БТ имели двигатель 400 лошадиных сил на 10 тонн. 40 лошадиных сил на тонну веса. 40. У Т-34 18, а у него 40. За счет того, что стоял сверхмощный двигатель на танке, который не нес много брони. На него можно было бы повесить много брони, и он был бы оборонительным танком. Если боевую машину ведут большевистские руки, такая машина сметет врага, как деревья. Ваш, будьте здоровы. Надеюсь служить вместе с вами. С таким экипажем мне не хотелось бы расставаться. Мастера советского кино правдиво и с юмором показывали, какова истинная военная мощь советской державы. Быстроходных танков БТ у нас было действительно очень много. Больше, чем всех танков у всех других стран. Но для чего столько? Колесный ход мог использоваться только на дорогах с твердым покрытием. Это наш лучший эксперт по танкам, полковник Мостовенко. Его книга «Танки», страница 91. Только на дорогах с твердым покрытием. Скажите мне, где эти дороги с твердым покрытием? Где они у нас сейчас? Это создавалось, эти танки, в 1932 году. Никакого у нас твердого покрытия не было. И мы всю эту мощь тратили не на пушку, чтобы не пушку огромную тащить, не чтобы эту броню тащить, а чтобы только танк имел колоссальный запас хода. 700 километров на колесном ходу. 700 километров на колесном ходу. У немцев 185 километров. Для чего, по твоему мнению, нам этот танк? Это блицкриг. Это блицкриг и только в Европе. И только там, где есть эти дороги с твердым покрытием. Да, дорог с твердым покрытием тогда в Советском Союзе не было, как почти нет и сейчас. Такие дороги строил Гитлер в Германии. Но строил, конечно, не для русских танков.
выступают эти генералы и говорят: «Ой, мы дурачки, танки у нас устаревшие, самолеты у нас устаревшие». Никто не вспоминает о том, что начало разработки тяжелого танка в Германии 25 мая 41 года. Им оставалось 3 недели до агрессии, до начала, а они вздумали разрабатывать новый танк. Это потом получился «Тигр». Слушайте, и вы говорите вот это. Никто не говорит, вот это не готовность к войне. Все говорят, это готовность. А у нас танк был Т-35. Мы говорим, ну, он устаревший. А у Гитлера никакого нету. Послушайте, никакого тяжелого нету танка. У нас КВ, мы говорим, ну, их было всего 636. Стойте, обождите, стойте. Он уже нарисован, он уже пущен в серию, он испытан в Финляндии на противотанковой местности. Да, хорошо, у нас 636, а у Гитлера ни одного. На 22 июня, на 23 мы можем еще выпустить. И еще, а немцы только взялись рисовать. И вот мы говорим, немцы готовы к войне, а мы не готовы. Что же получается? То есть наши историки, или они любители германского фашизма и работают на германский фашизм, или я тогда не понимаю, в чем их логика. 50 лет в нашей литературе из одного издания в другое идут сведения о 35 и 38 тонных танках. Это идет о немецких танках. Допустим, книгу открываешь, генерал армии Гореева, 35-тонные танки. Генерал-полковник Кривошеев, 35-тонные танки. А мне было 12 лет, когда я обратил внимание на эту странность. Что такое 35-тонные танки? И вот я, маленький кадетик в Суворовском училище, я на это обратил внимание. Я говорю, ну, не может этого быть. Открываю справочники. Ну, библиотеки Суворовского училища вполне хватало, чтобы разобраться с индексами немецких танков. И там написано прямо 35, скобочку открыть, и маленькая буква «Т». Ага. Почему я думаю в скобочках? 35Т, почему в скобочках? 35, если это тонн, почему в скобочках? Тогда я начинаю разбираться с индексами. Они, допустим, пишут Т-34Р. У них состоял на вооружении наш танк Т-34. В скобочках R латинская означает, что это русский танк. Или С-35, в скобочках F. Это французский танк, трофейный, они использовали. Что такое Т? И вдруг меня осенило. Так это чешские трофейные танки. Буквы «Ч» нет в немецком языке, начинается с буквы «Т». Начинаю разбираться с чешскими танками. У них один был принят на вооружение в 1935 году, другой в 1938. 35Т, то есть танк 1935 года чешский, танк 1938 года чешский. Начинаю разбираться, сколько же они весили. Один весил 9,8 тонны, а другой 10,2. И вот генерал армии Гореев, который окончил Академию Фрунзе, Академию Генерального штаба, профессор, академик, господи, там столько титулов, и вдруг он пишет о 35-тонных танках. Вот как раз ответ всем тем историкам, которые говорят, что я не пользуюсь секретными материалами. А он пользуется. Ему доступно все. А должность он занимал заместитель начальника генерального штаба по научной работе. То есть все институты подчинялись ему. Вот кто руководил нашей военной историей. В 1936 году Гитлер открыл Олимпийские игры в Берлине. Ich verkünde die Spiele von Berlin. Zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Советский Союз в Олимпиаде не участвовал. У нас Олимпийские игры называли демонстрацией шовинистической розни и неприкрытым стремлением к новым бойням. А может быть, у нас просто перевелись сильные и ловкие юноши и девушки, и некому было прыгать, бегать, плавать, нырять? Да нет, сильные и ловкие в Советском Союзе не перевелись. Просто наша молодежь отдавала предпочтение другим видам спорта.
Ленинградском институте имени Лесгафта. Вот ты птиц на правый угол. Понятно? Хорошо. Вперед. Удивительная картина вырисовывается. Метание диска и толкание ядра – это спорт для агрессоров. А вот метание гранаты или упражнение с винтовкой – это вполне мирные занятия. Или, скажем, стрельба по мишеням. Стреляем все. Некое военное дело, скажем так. Оно называлось, по-моему, по-другому как-то. Подготовка шли военная. И вместо того, чтобы подтягивать на турниках, мы бросали гранаты, мы рыли окопы. Это я говорю про то, что было. Мы разбирали, собирали винтовку, чистили ее. В общем, мы занимались самым нормальным образом. Могли оказать первую помощь, знали, что такое противогаз, как им пользоваться. Шли уроки о противогазах раз в неделю в обязательном порядке, иногда и чаще. И не только уроки в школах. В противогазы ходили общественным строем, работали в полях, работали на заводах, на фабриках. В противогазах делали хирургические операции. В противогазах бегали кроссы. Но самым любимым видом спорта был парашютный. Парашютный шелк закупался за границей. Страшно дорого, зато надежно. Сколько хлеба можно было бы купить на эти деньги? А год-то 33-й. На Украине голод. Зачем же столько шелка? Вроде бы и просто, и трогательно. Увлекается молодежь, дерзает, рвется в небо. Но чтобы встать на крыло самолета и прыгнуть, нужно прежде сдать нормативы по метанию гранаты, стрельбе, пользованию средствами противохимической защиты, да много чего надо. И получалось, что выходил в прыжок не просто парашютист, а уже почти готовый десантник. А их в нашей мирной стране были миллионы. Один прекрасный летний день под Киевом начались маневры Красной Армии. И весь мир ахнул. Такого еще никто никогда не видел. Выброска массового десанта с оружием. Это по тем временам из области фантастики. А потом выяснилось, что Красная Армия может выбрасывать воздушный десант с танками, с артиллерией. Целую дивизию может выбросить с неба. А для чего нужны десантники, это каждый знает. Чтобы воевать на территории противника. В обороне десантные войска ни к чему. И не пришлось этим ребятам стать героями Олимпиад. Не были они обучены обороне, и большинство из них полегли в первые дни войны. Возможность применения воздушно-десантных войск определяется наличием транспортной авиации. Да. У нас транспортной авиации, значит, еле-еле хватало на два полка. Какой смысл там еще сколько-то этих десантных соединений, да, на линии? Даже если бы еще 20 корпусов появилось, их вообще невозможно было бы применить. Гений советской военной стратегии маршал Георгий Константинович Жуков в своих мемуарах рассказывает, что еще до войны у нас было создано 5 воздушно-десантных корпусов, и еще 5 находились в стадии формирования. В обороне эти корпуса не нужны. А что до военно-транспортной авиации, так ведь это каким-нибудь американцам нужны 1000 самолетов.
Их летчики сделают один рейс и после недели отдыхают. А наши пилоты делали иногда по несколько вылетов за день. Так что с доставкой десантников уж как-нибудь справились бы. А еще. В августе 41 года ночью поднялась в небо группа тяжелых бомбардировщиков и полетела бомбить Берлин. В августе 41-го сбросили бомбы и благополучно вернулись. Потому что был у Красной Армии самолет совершенно удивительный, о котором хваленые асы Геринга в те годы и мечтать не могли. ДБ-7 – это уникальный самолет, это совершенно великолепный самолет, это мечта любого стратега. Мы русские, мы люди, способные на чудо. У нас так много талантливых людей в нашей стране, которые могут из ничего сделать чудо. И вот ДБ-7 – это чудо из ничего. Прежде всего, это чудо само по себе. Но у всех самолеты поднимаются наверх и начинают захлебываться, ему не хватает кислорода. Не хватает кислорода, и все. А наши придумали 4 двигателя на нем, а наши еще секретный 5-й двигатель поставили позади экипажа, внутри фюзеляжа самолета. И поставили там большой нагнетатель воздуха. Этот двигатель не крутил винтов, а был нагнетатель, и он этим нагнетателем питал сам себя, этим воздухом. И 4 других двигателя. Результат. Он поднимался на высоту, такую высоту, на котором зенитки его не брали. Раз. Второе. Он поднимался на такую высоту и ходил с такой скоростью, в которой он обгонял Мессершмитт 109-й. То есть лучший истребитель мира того времени. То есть это был неуязвимый бомбардировщик. Летай как хочешь. Этот самолет был настолько хорошим, что Молотов во время войны мог сесть в него и лететь над Германией. Он ничего не боялся. Представляете, вот ну, сбили бы его, и Молотов попал бы в лапы Гитлеру. Ну, это же... вот, а он садится и летит в Англию. Здравствуйте, вот товарищи англичане, я прилетел. И если в 42-м году товарищ Молотов и поразил англичан, то уж, конечно, не своей храбростью. А скучно звучит. Необыкновенными тактико-техническими данными бомбардировщика ТБ-7, созданного на бесчисленных сталинских шарашках под невольным гением наших конструкторов, инженеров и рабочих. Чтобы начать выпуск 1000 таких машин, оставалось поставить под приказом подписи 7 букв «И» «Сталин». Но эта подпись так и не появилась. Может быть, товарищ Сталин просто недооценил это чудо машины? Но об этом в следующем фильме.